Более 30 казаков приняли присягу в Анапе, еще 10 в Гастагаевской. Торжественный момент, к которому некоторые шли по нескольку лет. Они пишут заявление, проходят там испытательный срок, как бы пока выходит там до полугода, до года бывает испытательный срок. Проходят, на них смотрят, как они себя ведут в обществе, как работают, как занимаются общественным. То есть общественное поручение выполняют. И уже на основании этого уже приводятся к присяге. Если человек выдержал испытательный срок, не ушел сам и не попросили его покинуть общество так за непригодностью, то его выставляют на, так сказать, до приведения к присяге, он уже считается полноценным членом общества. Евгений Мельхер – один из новобранцев. Ему 30. Испытания проходил 2 года. Участвовал в соревнованиях, ходил в рейды. У меня по материной линии, да, с казаков. Семиреченские казаки, донские казаки. И ну, я решил продолжить род казачий. Для меня это спокойствие для моих детей. Я хочу, чтобы мои дети жили в спокойствии и не переживали ни за что, чтобы они спокойно выходили на улицу. Перед казаками постоянно ставятся новые задачи, в том числе охрана социальных объектов, детсадов, школ. На федеральном уровне планируют привлечь казаков к охране государственных объектов. В руководстве районного общества говорят, что сегодня стоит задача довести число его участников до 2500. Сделать это планируется за ближайшие 3-4 года.